В Алматы будет снижена стоимость оплаты в государственных детских садах. Отныне родители будут платить в среднем 15 тысяч тенге в месяц вместо прежних 28 тысяч, сообщил аким города Алматы Бауыржан Байбек. Для этого из местного бюджета будет выделено 3 миллиарда тенге. Таким образом, городской акимат планирует поддержать в первую очередь социально уязвимые слои населения. Также аким Алматы сообщил об увеличении числа дошкольных, учебных и медицинских учреждений. Сегодня с предпринимателями большая работа проводится, и все отзываются на призыв главы государства. Только за 6 месяцев более чем на 30 миллиардов тенге частный бизнес построит 25 детских садов, одну школу, одну поликлинику. То есть за счет этого 30 миллиардов бюджетных инвестиций экономится, но вместе с тем население получает качественные услуги.